Хотя многие любители спорта считают хоккей не армянским видом, в этой игре отлично себя показывали и продолжают показывать спортсмены армянского происхождения. Многие из армянских хоккеистов приносят пользу не только своим клубам, но и сильнейшим сборным мира. Хайк представляет свою версию сборной Армении по хоккею с шайбой всех времен. Георгий Макартычян – вратарь. Советский хоккеист Георгий Макартычян родился в 1925 году в Краснодаре. Игравший на позиции вратаря-хоккеист, выступал в командах ЦДКА, ВВС, ЦСКА, проведя в общей сложности 170 матчей в чемпионатах СССР, в которых четырежды становился чемпионом страны и дважды обладателем кубка. В 1954-56 годах Макартычян вызывался в сборную СССР, в составе которой дважды становился чемпионом мира и трижды чемпионом Европы. В 1956 году вратарь добился громкого успеха, выиграв со сборной зимнюю Олимпиаду в Кортино-д'Ампеццо. Зак Богосян. Американский хоккеист армянского происхождения Зак Богосян, а по-армянски Закар, родился в спортивной семье и сам всегда мечтал стать знаменитым спортсменом. В хоккейную школу Богосян пришел благодаря старшему брату, Аарону. В 2008 году Богосян был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги под третьим номером, а уже в 18 лет дебютировал за команду Atlanta Thrashers. Армянский хоккеист играл также в Chicago Wolves, Winnipeg Jets, а с 2015 года выступал за Buffalo Sabres. В сезоне 2008-2009 Зак Богосян получил приглашение в сборную США на чемпионат мира в Россию. В составе команды Зак провел 9 матчей и отметился одной результативной передачей. Манукян, Алтыбармакян, Паладян. Армянские хоккейные традиции в российский период продолжили сразу ряд спортсменов. Среди них наиболее громких успехов добилась так называемая «армянская тройка» – Артем Манукян, Андрей Алтыбармакян, Алексей Паладян. Все три хоккеиста в последние годы регулярно вызывались в молодежную сборную России. 28 мая 2017 года сборная «России-1» обыграла со счетом 4-2 молодежную сборную «России-2». И стала победителем международного турнира «Кубок Черного моря». По одной шайбе в финале забросили все три хоккеиста армянского происхождения. Артем Манукян в 2017 году добился также и громкого индивидуального успеха. Его признали лучшим молодым игроком континентальной хоккейной лиги. В том сезоне 18-летний нападающий побил прежний рекорд результативности, набрав 105 очков. Антонен Манавян. Французский хоккеист армянского происхождения Антонен Манавян родился в 1987 году в Париже. За свою карьеру армянин сменил несколько клубов во Франции, Канаде, Австрии и Венгрии. Манавян является пятикратным чемпионом Франции и обладателем континентального кубка. Начиная с 2008 года Антонен Манавян вызывается в национальную сборную Франции по хоккею. В общем, перефразируя известную советскую песню, можно сказать: и все в порядке, если только на площадке армянская пятерка и вратарь. Эдискаунт. Унусконто. Ундесквенто. Айнрабат. Скидка. Кровельный центр. Как ни крути, скидки для всех и для каждого. Телефон 8 800 1700.